Здорово, народ. Очередной обзор Fatality из других игр. Называется игра War Gods. От Midway, между прочим. То есть от тех же, кто создал Immortal Kombat. Я не знаю, предыдущая игра была ли от них, но... Этот Maze of the Dark Age. Но War Gods от Midway. То есть понимаете, да? Эд Бун приложил руку к этой игре. Он автор этой игры. И давайте посмотрим на фаталки здесь. Тоже игре уже лет 20. Я посмотрел, Maze the Dark Age вышла в 97 году. Вот эта игра вышла где-то в то же время. Блять, такое ощущение, что какой-то патриотический, блять, этот американский гимн. Ну давай, блядь. Первая фаталка — это такой полу-джакс, полу-соня, полу-страйкер. Warhead, блядь. Голова война, блядь. Военная голова. Fatality. Как видите, даже здесь такой этот дизайн Fatality, даже надпись такая более прикольная. Это какой-то этот, блядь. Сука, как его зовут, блядь, из Warriors Orochi? Там тип такой, тоже в маске с красным этим. Или какой-то рестлер. Doing the Clown, блядь. Kabuki Joe. Kabuki Joe. Fatality. Звук, конечно, пиздатый, блядь. Из этого серьезного Сэма летающая тарелка прилетела, сделала дело, улетела. Кстати, арена вот, правда очень похожа на пирамиду из серьезного Сэма. Последняя прям арена, кто играл, тот, я думаю, вспомнит. Сай 5, блядь. Fatality Jax из Mortal Kombat 9. Один в один. Так! Ющенко так! Ющенко так! Да? Це наш президент! Так, так. Реально, это погоняло у него смешное, блядь. Погани зонда какая-то, гидра, блять, или как это, гаргона. Как вы видите, в принципе, фаталки довольно-таки разнообразные здесь. То есть и в камень, блять, превратить, нахуй. Кстати, да, как потом этот Кратос превращал. Ёбаный в рот, только сейчас вот что-то это вспомнил. В МК-9 он же тоже превращал этой с помощью медузи и башки, а потом в камень это и разбивал. Моделька сейчас, конечно, просто араловская. Балла. О! Ничего не напомнило Fatality, не? Вот я не помню. В Mortal Kombat 11 вот кто-то такое делает сейчас. Вот вспоминайте, блядь. Кто-то делал этот гусь в Mortal Kombat Х. Этот кожаное яйцо такое делал. И вот в Mortal Kombat 11 кто-то тоже. Максимус. Гладиатор, блядь. Этот. Я вот вам, кстати, вообще почему показываю все эти старые игры? Для того, чтобы вы понимали,
когда я обсираю Mortal Kombat 11, чтобы вы видели, грубо говоря, и уже имели представление того, от чего я отталкиваюсь. Понимаете? Того, что я уже видел. И того, что опять показывают. Это так в двух словах описал. Там, конечно, можно рассуждать намного дольше. Просто чтобы у вас было хоть какое-то представление того, с чем я сравниваю. Понимаете? Сами фаталки. Звуковое там сопровождение и так далее. Ну, потому что многих игроков, которые сейчас вот Mortal Kombat 11 хвалят, вы даже тогда еще не родились, как я вот в предыдущем видео говорил. Но я-то в эти игры играл сам. Правда, в 2004, где-то 2005 году у меня там был диск. Помню. И на нем были всякие драки со всяких приставок. Я помню только одно название, это Zero Divide. Или Zero Divide называлось. Но я теперь вспомнил, там была еще одна игра BioFreaks от Midway тоже. Fatal Fury там было. Потом там было... Были еще какие-то драки такие, там, как в космосе летает, блядь. В общем, там много чего было. Потом так сложилось, что у меня этого диска не стало. Вот. Но там игры, конечно, были просто пиздатые. Невъебенный диск, блядь, еще. Ну, если бы, конечно, была возможность сейчас, я бы все эти игры установил, показал. Но, блядь. Там один пидорас, блядь, у меня, сука, взял этот диск и не отдал. Хуесосина ёбаная, блядь. Залупоголовый пидохуй, блядь. Пидрохуй даже, я R пропустил. Потому что пидор был картавый, блядь. Гондон, блядь. Тупое такое низкое чмо, блядь. Ладно, в общем, продолжаем дальше. И сожрал сердце, как барака сожрал мозг в Mortal Kombat 11. И смотрите даже, да, для того, чтобы просто вырвать сердце, сделались вот такие какие-то необычные действия, да, то есть вызвал такой, как пьедестал, блядь, положил его как-то жертвенный алтарь. То есть не просто взял, там вырвал, да, как Кана, а вот такое. Кстати, видим цифры какие-то на нем. 3, 2. Аукен, блядь. Вот я думаю, а почему, блядь, эти пидорасы, сука, это, не взяли, вот просто не начали делать эти игры на новом движке? Нахуя этот ебаный Injustice пидорастически нужен? Конченая вообще игра, блядь, для даунов. Вот, пожалуйста, игрухи, которые сейчас перенесли на новый движок, вообще им цены не будет. Они Mortal Kombat нахуй затмят. Пиздатейшие игрухи. Клавуду. Кишки вспорол и стоит. Анубис. До сих пор помню этого Анубиса, блядь, им играл. Анубис. Ну, собственно, и все. Опять же, я не уверен, что тут все персонажи, все фаталити показаны. Ну, как бы хуй его знает. Вот. Вот такая игра. Пиздатая игра вообще, блядь. Тем более, же говорю, эта игра тоже уже лет 20, блядь. Сравнить с теми играми, которые были тогда, даже с тем же Mortal Kombat 4. То есть, блядь, совершенно разные игры. Графика, конечно, тоже такое, да, не особо качественная, но, блядь, играть можно даже сейчас, я уверен. Вот, если, конечно, не графодрочер. Вот, игры реально прикольные, тоже с фаталками, тоже особенности какие-то есть. Реально неплохие штуки. Вот эти игры, да, War Gods, этот Maze the Dark Age, там BioFreaks я потом рассмотрю. Ну там, может, Zero Divide рассмотрю тоже игру, там много разных игр есть прикольных. Файтинг, о которых вы даже не слышали никогда. Так что вот так. Есть Celebrity Deathmatch, охуенная игра, я даже на компе в нее играл, ее можно даже сейчас скачать спокойно и
резаться в нее. Там тоже прикольная игра. Ораловская, кстати. Вот. Так что есть еще над чем поработать, что обзрить. Так что все еще будет. Спасибо за внимание, ребят. Всем до скорых встреч. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. И скоро увидимся. Всем пока. Fatality.